Всем приветик, мои хорошие. Я сегодня расскажу о новиночках. Получила посылочку от Нины Павловой с великолепными растюшками. Вот. Ну а перед этим хочу показать, что наконец-то я решила свою проблему с сухостью на балконе и с жарой. Купила вот такой вот замечательный вентилятор здесь на несколько скоростей и три, по-моему, скорости. И плюс идет увлажнитель встроенный. Там у меня увлажнитель отдельно работает, и здесь еще разгоняет вот такой вот поток влажности по всему периметру балкона. Довольно просто до безумия, потому что у меня влажность была 38-40, до 45 поднималась, это когда дожди, когда открыты окна, а сейчас влажность относительная 65-75%, мне более чем достаточно, в общем, очень довольна и рекомендую. Действительно, уже вот у меня работает в течение 3 недель, да, и влажность не падает. Даже когда жарко на улице, закрываю просто окна, и вот таким образом распространяется влага. Просто класс. Сажаю лавандовые. Это я получила посылочку от Нины Павловой. Обязательно оставлю ссылочку на ее соцсети. Вот такие вот замечательные растюшки. При получении я всегда вымачиваю растения в превикуре, в магникуре или в чем-то. Можно заменить эпином, то есть против стресса. Вот такая вот красоточка. Уже можно. Полежали они на мне где-то полчасика. Так, эту я переверну, чтобы стекала водичка. И здесь у меня вот такая вот орхидейка. Это с родителях есть ринхостилис гигантея. Вот такая вот красота. Вот такие корни, борода целая. Так, тоже выкладываем. И третья растюшка. Это вот аскоцентром маниатум на ванду инсигнис. Ставлю обязательно фотографии, как они должны процвести. Вот эту вот я так и не нашла, какое цветение. То есть нашла родителей, все их знают, этих родителей, да, эскоцентрум и эту ванду. А вот как она должна цвести, не знаю. Не нашла как-то. Вот такие вот цветоносики уже видно были. То есть это уже взрослая растюшка. И сейчас покажу, как я пересаживаю ванды. Перед посадкой я удаляю корзинку обязательно, если, насколько это возможно. Если, конечно, корни очень оплели вниз, то иногда бывает так, что кусочки остаются. Снимаю вот эту проволочку, которая держит вандочку. Тут, конечно, держит уже все подряд ванду, но тем не менее. Вот. И дальше обрабатываю обязательно секатор, потому что могу черкануть случайно какой-то один корешок, поэтому лучше обработать. Вот, и смотрю, как тут все надо сделать. Ну, в общем, я, наверное, сейчас потихонечку обрежу и уже покажу, как она без корзинки. Вот так вот у меня летит все в разные стороны. Когда мы смочили, вот видите, они очень легко отстают от этой корзиночки. На сухую, конечно, эти корни не отстанут. Они просто-напросто веломен свой оставят на этой пластмассе и повредятся корни. Так потихонечку высовываем через дырочки. То есть все стараемся максимально оставить корни сохранности. Боже, у нас там ветер на улице, кошмар, ураганище. Балкон ходуном ходит. Хоть бы не улететь. Так, и вот так потихонечку, по кусочкам. Иногда, конечно, супер везение, когда корни мало оплели эту корзинку, очень легко достается. Но бывает,
стоит потрудиться. Не люблю я эти корзинки. Я уже как-то неоднократно говорила, по-моему, о том, что вот мне прям как в тюрьме они, в этих корзинках. Так. Потихонечку вот так вот мы делаем. В общем, весь процесс я снимать не буду. Самое главное, что все понятно, да? Как я это делаю секатором. Смотрю обязательно, чтобы с другой стороны, с внутренней, чтобы корешки не повредить. Вот так вот придерживаю пальчиками. И потихонечку. Такое не быстрое дело это. Но, тем не менее, нужное, как по мне. Если, конечно, вы выращиваете с голой корневой, конечно, эта корзинка необходима, да, потому что здесь вот за эти дырочки крепятся эти все железные, там железные или просто веревочки, на которых они будут висеть. Но в моем случае будет в корзинке, поэтому я ее сейчас полностью освобожу. Так, вот что у меня вышло. Сняла я полностью корзиночку. Единственное осталось вот совсем незначительное. Вот это вот колечко. Не стала уже снимать, потому что не хочу травмировать. Очень часто корешки пролазят и через мои, кстати, также корзины со временем. Не очень мне это нравится. Мне что-то все время кажется, что корням больно. Вот. Вот у нас корзиночка. Теперь я ставлю туда корешки. Я уже как-то снимала видео. Вот, ставлю корешки. Повторюсь, что зачастую 80% корневой транспортировочной, которая к нам приходит, она пропадает. Вот часто почему-то лезут в горшки, почему-то стараются раз в месяц проверять, а что там с корневой системой, если вот так вот сидят у нас в коре посажены, да. Я посадила, и все, я больше не лезу. Я вижу, что сверху растут корешки, что все замечательно, хорошо. Вот зачем туда лишний раз лезть и травмировать, нарушать их флору, да. Отлично все, цветоносики пыжатся, растят, новые листочки растут, зачем туда лезть лишний раз. Поэтому вот так вот потихонечку, это кажется сверху много корней, но там достаточно места для развития еще других корешочков. То есть вот так вот проворачиваем по часовой стрелке или против часовой стрелки, кому как удобно, слегка прижимаем. Обязательно размочить, это очень такое главное условие, важное условие, потому что если мы не размочим корешки, они будут сухие, не эластичные, и большинство из них просто-напросто сломается. Так, вот так вот поместили корешочки аккуратненько, бирочку отставляем. Так, берем кору и сейчас будем засыпать. Вот так вот постепенно пальчиком проталкиваем потихонечку. Можно подтрусить. Вот, и так потихонечку заполняем все пустоты, все пространство горшочка. У меня этот горшочек на 1,5 литра, приблизительно коры уходит литр. Девочки спрашивали у меня, сколько коры идет на этот горшок. Ну и в зависимости, сколько корней у нас. Да? Чем меньше корней, тем больше коры у нас идет на горшочек. Очень все легко. Кому-то нравится выращивать с голой корневой. Честно сказать, я бы сама выращивала, если бы у меня был момент того, что я бы со шланга их могла полить. А так, конечно, каждую носить в ванную и поливать из душа. Но как-то у меня, вот, честно сказать, ни времени, ни желания особо нету. Так я здесь сняла, каждую вандочку пролила из стаканчика и все, повесила обратно. И корни не висят, не мешаются, с корней ничего не стекает на пол, на другие орхидейки, потому что у меня, допустим, под вандами стоят еще другие орхидеи.
И если бы это все висело с голой корневой, тогда водичка бы стекала и попадала в пазухи других орхидей, и они бы загнивали и так далее. То есть, ну, каждый выбирает для себя свою посадку, для своих условий, как выращивает, какая влажность, какая температура, все это такие важные факторы, поэтому нельзя вот зайти на чей-то канал, да, и полностью соблюсти те правила, которые рассказывают вам блогеры. Это будет чуть-чуть неправильно. Все-таки методом проб и ошибок мы создаем те условия, которые нам подходят. У меня тоже поначалу, когда было 2-3 ванды, тоже висели они с голой корневой. Но когда их больше 50, а то и больше, наверное, у меня, я точно не знаю, надо посчитать, сколько вандовых, то, естественно, мне сложновато как-то, особенно в жару, когда 2 раза в неделю все это снимать, все это заново вешать, эти корни бы у меня сплетались между собой, это надо было распутывать, в общем, это целая канитель, целая проблема. А так вот так каждый горшочек висит. Вот такая вот красота получилась, как и все мои вандуськи висят, вот так вот. Вот вставлю сюда еще держатель с крючком и повешу уже на место. Вот такая вот красота. Все корешочки спрятаны. Единственное, что сверху еще добавлю чуть-чуть новозеландского моха. Очень хорошо с помощью моха наращиваются корешочки. Прям сразу заметно вверху идут вот все почечки просыпаются. Поэтому и вообще, чтобы корней вот не было сверху, вот это вот все красивенько закрою. Так что вот такая посадочка, кому нравится именно сажать, вот, пожалуйста. Потому что почему-то многие боятся заводить ванды, покупать ванды. Для меня ванды не сложнее фаленопсисов. Им не нужны какие-то ночные охлажденные температуры. То есть это очень близко они по содержанию к фаленопсисам. Единственное, да, изначально там могут корешки чуть-чуть отсохнуть или что-то там тургор слегка потерять, но это все со временем восстановится и все будет прекрасно. Больше любят они попить, чем фаленопсисы, и им больше нужно света. А так, в принципе, ну и больше удобряшек, да, то есть всего больше, чем фаленопсисов, а так, в общем, все одинаково. Никаких сумасшедших там перепадов температур не надо или холодных ночей, повторюсь, и всего такого, каких-то заморочек. Поливай себе, давай удобряшки. Вот.